Да, серьезно? Да. Привет, красавчик. Господи, вы кто? Да. Вы мне очень нравитесь. Давайте познакомимся. Я очень-очень богатая девушка. Вы кем работаете, кстати? Маникюрщица, а что? Вот, а у меня... Вы на маникюр хотите? Нет, у меня есть маникюр, вы такой не сможете сделать. У меня сеть салонов красоты, и мне нравится ваш мужчина. Подождите, ничего не говорите. Зачем он вам? Вы будете со мной дружить? Жить можно. Вообще, да. Мы 5 лет женаты, у нас скоро 5 лет свадьбы, и мы будем это отмечать. Это очень не лезьте к моему мужу. Это очень великолепно, а я богатая, красивая, и я 5 лет с ним не прожила, потому что любовь живет 3 года, а мы только-только закрутим, замутим. Не надо. Это что вообще происходит? Так, что подождите, девушка, успокойся, пожалуйста, помолчите. Молодой человек, как вас зовут? Меня зовут Иван. Иван, вы прекрасны. Ваня, что происходит? Спасибо. Что это такое? Я чего-то не знаю, это твоя любовница, что ли? Нет, ты мы где не знакомы. Мы не знакомы, но мы сейчас познакомимся, будем с ним вместе дружить, и потом будем отмечать мы свадьбу 5 лет, а не вы. Девушка, так что до свидания, у меня много-много-много денег. Вы готовы со мной идти? Да, я вот там за углом у меня Порше мой стоит, пойдемте. Ну, раз ты такая козлина, забирай кольцо, мы с тобой разводимся. Да, завтра. Ладно, оставь себе. Пойдемте. Пойдемте? Да, пойдем, конечно. Так, а теперь подождите. Ты мне тогда свое отдай тоже, я вас в ломбар. Вас снимает камера, на самом деле вам такой мужчина не нужен, поверьте мне. Да? Он предатель. Вас снимала скрытая камера, я проверяю просто мужчин на их порядочность. Поведутся они на деньги, на мои или нет. Опять меня развели. Так все, мы с тобой разводимся, как козлина такая.